Книга «Открытым оком», том 2, тема «Вера». Вопрос 601. 2 Коринфянам 6.1. «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами». Значит, благодать Божия может быть принята напрасно? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Напрасно в смысле дела, не доведенного до конца, если человек начинает строить и не высчитает расходов. 1 Тимофею 1.19. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Откровение 3.11. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Конец делу венец, в кавычках. Евреям 10.38. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Филиппийцам 3.18. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Филиппийцам 2.21. «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу».